Журналисты, которые едут в боевые точки, мне кажется, что это не жертва, это все равно они могут отказаться, мне кажется. И это выбор каждого, но выбор опасный. Но каждый выбирает свою позицию, и если они хотят туда ехать, если это их работа, для меня это люди, которые, я думаю, что это герои. Вот. А поедут они туда или нет, это уже, ну, действительно их выбор.